Разный уровень. Минтранс предлагает ввести новую классификацию водителей. Их хотят разделить на профессионалов и любителей. Таксистам, шоферам и дальнобойщикам предстоит пройти дополнительные курсы. Для остальных граждан обучение планируют облегчить. Они получат права иной категории и не смогут работать водителями. Некоторые эксперты сомневаются в успехе реформы. Если это коснется подготовки начинающих водителей, там такой недобор по знаниям и навыкам на выходе. Вот как готовый продукт. Хотя к нему ужесточаются требования. И обратите внимание, что именно к людям, которые обучаются водителям, требования к экзамену, требования к программе и так далее. Но тот инструмент, который готовит, то есть инструктор, он уже во многом не соответствует вот тем канонам, которые приняты сейчас. И боюсь, что без глубокой реформы вот системы подготовки тренерского, инструкторского состава, к сожалению, говорить об эффективном применении этой реформы, наверное, нет.